вытащить их. Перевернем ядро. Пора. Квилл, кончай дурака валять. Эта штука без манипуляторов, как без рук. Ха, они не выдвигаются, поскольку нет питания. Но их можно прикурить. Как? Найди их аккумулятор. Нужно выдвинуть манипуляторы. Да, в процессе. Может, лучше тебя наверх подсадить? Там должно быть еще оборудование. Гамора, не подсадишь? Разумеется. А, похоже, сюда подойдет. Будет сделано. Ну так что, как думаете, замутит Квилл снова сырекожие леди? Она не леди. Она не способна до такого опуститься. Мой опыт говорит другое. Подсобишь, Гамора? Ага, не вопрос. Должно быть вот так. Да, конечно. А знаете, обычно путешествующих через измерения заставляют проходить через карантин и адаптацию. Стоит беспокоиться. Обращайте внимание на тревожные симптомы. Маразм, паранойя, агрессия. Ты сейчас описала нас. А как понять, что что-то не так? Там точно что-то есть. Определенно. Так что толку от надежды Камы, кроме кучи неприятностей? Это миротворческий корабль. Способный наносить разрушение. В этом и весь смысл. Чтоб в конфликтах он был сдерживающим фактором. Как скучно. Карел бы с тобой согласилась. Ага, вот и он. Запитай его, и манипулятор выдвинется. Может, убийца Нова знает, как управлять машинами. У нее есть опыт. Я была убийцей, а не диверсантом. Сработало, да! Знаешь, от твоих пистолетов вышли бы неплохие рабочие инструменты. Неплохо. Теперь выпустим второй. Так, Гамора, теперь займемся вторым. Ладно. Дело шло бы быстрее, если бы сканированием могли заняться все. Легко. Есть лишние цернодюмные гектаришетчатые кристаллы. Сделаю тебе такой же. Есть? Нет, их не осталось. Был только один. А что делают твои очки? Это тайна. Грут ветроголовый? Ну-ну. Почему нет? Они берут рекрутов из любых дружески настроенных миров. Работала! Спускайся к нам! И почему Фасма не послал разбираться с этой задачей своих дуболом? Парни, у нас гости! Ага, снова эти зараженные уроды! Я надеялся тут кого-нибудь найти, но не в таком виде. Теперь мы знаем, кто перевернул ядро. Но зачем? Руби на кусочки! Страшновато вот стрелять рядом с корабельным реактором. По-моему, их это не волнует. Пустите шум! Кажется, психопатов в этой галактике больше, чем нас! Нормальных! Сдохнем, блядь!
Кратосом хоть можно договориться! Они нивелируют наши успехи! Мы не позволим им снова его перевернуть! Крут! Время обниматься! Мой ход! Что случилось? Сигнализация! Пусть подходят! Уравняет шанс! Когда мы перенаправили ядро, грохот прекратился. Нужно найти способ туда забраться и выяснить, почему. Ракета, что говорит консоль? На кнопку нажмешь ты. Ладно. Просто нажми на кнопку, Квилл. Ну, есть идеи, на что им столько энергии? Им всем понадобилось зарядить свои устройства. Свои что? Планшеты и прочие персональные электронные устройства. И для этого понадобилась бы энергоустановка корабля? Я не специалист по технологиям Борг. Сюрприз! Это что-то подъемник. Можно на ней подняться. Видать, крутые реактивные костюмы местным рядовым не полагались. Да вообще, никто не уважает инженеров в наше время. Хотите эффективные техобслуживания? Эй! Топоры! Они нам мешают! Снова эти уродцы! Эти маскомосты от пери перевернули ядро! Надо пери от пери перевернуть его обратно! Сначала покончим с ними! Они пришли, чтобы защитить ядро! Отлично! Значит, мы все нарушили! Я рядом, дружище! Сейчас мы ему наваляем! Если бы не эта магнитрёжная броня корпуса Нова, то клянусь! Давайте прикроем, гада! Наконец-то! Как меня задрали эти бомбы? Нет, они меня могут рвануть! Внимание! Что дальше, Питер? Я не скрут! О, да! Этот чокнутый комп точно наша главная цель! Гамора! Вперед! Я прихлопнул эту центурионскую муху! Я жаж!
заклинателя меня раздражают! Это враг явно кто в меня! Согласен! Этот назойливый враг — наша следующая цель! Ладно, давайте снимать стопоры и поехали дальше. Я могу их просто вырвать! Не получится, крепыш! Но зато у нас теперь аппаратная под рукой. Кажись, я смогу убрать стопоры отсюда. Хорошо. Нас не остановить стопорами. Фу ты! Хитрые сволочи! Переставили цепи питания! Стопоры не снять! Мне надоели эти стопоры! Придется восстановить питание, переподключив все цепи по одной. Вот, я открою дверь. Включай визор, на нем видна проводка. Так, визор есть, что дальше? Ага, вот ты-то мне и нужен. Ну что, получилось? Пока нет. Переключи еще несколько. Здесь заперто. Можешь открыть? Нет, можешь запитать. Не отсюда, но что-нибудь придумаю. Может, забраться повыше и оценить обстановку? Есть идеи? В процессе. Сканируй дальше. Ищи путь наверх. Я есть Грут. Грут прав. Может, позвоним Космо, скажем, что попытались, и уберемся отсюда подальше. Мы же не виноваты, что тут все заперто. Мы выполним наше задание. Звучит, конечно, классно, но мы обычно их проваливаем. Не на этот раз. Мы делаем важное дело. Грут, у меня одна идея. Я есть Грут. Можешь корнями поднять меня вместе с этой платформой? Ну знаешь, корнилифт такой. Я есть Грут. Грут хочет попробовать корнилифт. Я есть Грут. Неплохо. Грут любит помогать. Да, он такой. Вперед, Грут! Я есть Грут!
Вот как-то так. Есть Грут. Подними Грут. Я есть Грут. Там будет хорошо. Подбросишь еще раз, Грут? Я есть Грут. Вон там. Я есть Грут. Грут, давай поиграем в лифт. Я есть Грут. Поехали. Еще разок, Грут. Я есть Грут. Можешь остановиться там, спасибо. Давай, Грут. Я есть Грут. Прямо туда. Я есть Грут. Подними-ка, Грут. Я есть Грут. Где-то тут. Я. Вперед, Грут! Я есть Грут! Там славно! Я есть Грут! Грут, поможешь? Я есть Грут! Вот как-то так! Так, я смогу перенаправить питание, чтобы выбраться отсюда. Классный план. Что я открыл? Здрасте. Вам не кажется, что пора идти? Несомненно. Теперь вижу, ты сделал половину. Займись остальными. Так, у меня начинает получаться. Скоро я смогу занять твое место. Я с удовольствием займу твое. Ты так часто собираешься на его место. Дверь открыта, и питание пошло. Еще немного и зайдешь за помощника инженера. Класс.